В отличие от карьеры в личной жизни Александра Устюгова, не все так безоблачно. Он был дважды женат, но оба брака актера закончились разводом. Однако он не разочаровался в девушках и надеется, что впереди его ждет встреча с той единственной, которая осчастливит его на всю оставшуюся жизнь. Александр Устюгов и Янина Соколовская. Они были из разных социальных слоев. Александр вырос в простой рабочей семье. В Москву приехал из далекого Омска, а девушка, в которую он влюбился, была москвичка, дочерью обеспеченных родителей, не знавших, что такое стеснение материальных обстоятельств. В детстве Соколовская серьезно занималась танцами и с гастролями успела побывать в разных уголках мира. У Александра все было по-другому. И иногда не хватало денег на еду и тем более на такси, чтобы ночью добраться до общежития после того, как он проводил любимую девушку до дома. Поэтому ему приходилось преодолевать долгий путь пешком. Они поженились после окончания щуки, но жить вместе стали значительно раньше. Влюбленные поселились в роскошной квартире родителей Соколовской, однако спустя 2 месяца Александр настоял на том, чтобы они переехали в общежитие. И Янина согласилась. В 2005 году влюбленные расписались и сыграли свадьбу в ресторане «Прага». К тому времени Устюгов уже снимался в кино, прилично зарабатывал и сам оплатил торжество. Через 2 года в семье случилось пополнение. Родилась дочь Женя. Жизнь этой красивой актерской семьи казалась счастливой и безоблачной, поэтому, когда прозвучала новость о том, что пара разводится, для многих это стало большой неожиданностью. Второй супругой актера стала Анна Позар. Они были знакомы давно, и на съемках картины «Викинг» произошло событие, перевернувшее личную жизнь актера. Анна была членом съемочной бригады после окончания журфака МГУ. Девушка освоила профессию сценариста и режиссера. В какой-то момент они почувствовали, что очень их влечет друг друга, а роман начался после того, как Устюгов пригласил Анну снять клип для его группы «Экибаст». В первое время Александр мог скрывать свои отношения, но они были настолько бурными, что обо всем стало его жене, которая не смогла простить мужу измену. Почти сразу за разводом Соколовской последовала свадьба с Анной Азар, дочерью гендиректора холдинга «Сухой» и вице-президента ОАК по военной авиации, которая была на 11 лет моложе своего избранника. До этого Анна уже была в браке, у нее подрастала дочь. Ради новой избранницы Устюгов перебрался из Москвы в Питер. Они сыграли свадьбу, на которой, кроме молодоженов и их свидетелей, больше никого не было. А в свадебное путешествие молодая семья отправилась в Париж, где Александр проводил и свой первый медовый месяц. Однако союз Устюгова и Азар продержался недолго. Спустя несколько месяцев, не успев обзавестись совместными детьми, супруги разбежались. После этого Анна не только удалила все совместные фото с мужем из социальных сетей, но и перестала подписываться его фамилией.